Всем привет, с вами Механик, и сегодня я начинаю свой летсплей по игре Rock Legacy. Да, эта игра, ну, очень даже хорошая, я ее очень люблю. Я уже играл до того, как снимал, так что небольшой скилл у меня есть. Так, бежим. Это обучение вообще к черту не нужно. Потому что я уже играл и все умею. Так, проходим. Так, вот. Идем, бьем короля. И все круто. Так. Все, можно идти. Эта игра вообще основана на фарме золота. Да. Вот так вот бегать, ломать всякие эти предметы. И потом... Ух ты, блин. А. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фальшивка. Убила. Оу, е. Я просто мастер. Так. Берем монетку. Убиваем это. Сюда поднимаемся обратно. Идем лучше направо. Да. Живем. Оу, е. Нет, не трекся. Ух ты, ё-моё. О, сотня голова. Браво. Так. Собираем голову. И... Нет. О, три хилса. Вот это поворот. Вот это поворот. Да. Теперь обратно. Нет, ну ладно. Хоть прокачаемся чуть-чуть. Ну ладно, без трейдов возьмем. О, 900 голда, нифига себе. Вот это поворот. Блин, сколько всего. Прокачиваем.
Да вы не поверите, но я уже прокачал варвара. Вот это. Я, кстати, никогда еще так за раз прям. Так, вот так вот. Так. Вот, даем ответ твой смерти, блин. Оставшиеся денежки. Да блин, как. Только я же так могу. Ух ты, Вот фигня. Вот это фигня. Фигнянская фигня. Да блин. Такая какашка. Так, берем голд. Нет. Меня бьют. Чуть-чуть фасов осталось. Да. Да блин, там же чемпион. Идем туда. Ох ты. Да. Слушайте, мне никогда так не везло вообще. Так. Это не фальшивка. Это не фальшивка. О, кстати, жизнь так скандалит. Да ну нахуй. На один удар же осталось. Через босса. Вот это поворот. Вот это поворот. О. Ну так. Норм. Нет. Тупой газ. Да, это шиноби. У него бешеный урон просто. Да. Так, сюда теперь пойдем. Так. Блин. Зачем? О. Все, я. The fist. Oh, yeah.
что это паладин, он же неплохой вам. Вот фигня. Нет, гаст. Да вот это быстро меня кончили. Так, о, то же самое можно сказать. Не видно. Такая фигня. Ну ладно, что есть, то есть. Ты спасешь меня, тролля, на самом деле нет. Так, вот так вот, так вот, вот так вот. Ух ты, блин! Ём! Так. Так. Так, так, так. Кусуру, кусуру, кусуру. Так. О, здесь очень много. Да ну нафиг. Вот фигня. Ну ладно. Что ж поделать с этим? Ничего, да. Ну ладно. Так уж и быть. Дадим 100 тысяч монет. Кашнику, который вечно забираем деньги у маленьких детей. То есть холодильник. Да блин, почему он такой меткий? Да блин. Ух ты.
халявных манекил делать. Редко халявы. Ну да, действительно, это же так много. Хотя, все лучше, чем ничего, я так сказал. Да блин, как? А, тут камень. Так. Первый знак. Ну классно, кстати, в этой же музыке. Это круто. В первой серии мы уже столько достигли. Ну, вы, конечно, не понимаете, да. Ну, что 31? Тут 13. Это вообще 6. Видимо. Поэтому я и не люблю за магию. И маны не так много. Как же это все-таки тупо? О! А я хочу одного удара. Одного удара. С одного удара не берет. О! Да ну нафиг! Блин! Вот это, конечно, была суровая картина, но... Точно не за мага с ним драться. Кстати, вы же редко за растянутых играет. Давайте чуть-чуть за растянутых поиграем. Чем он отличается? Просто растянутый и все. Ну окей. Заходим.
Заходим в замок. Заканчивается всегда. Ух ты, блин, они так устают. Блин. И нет. Давайте еще раз. Времени у меня много. Спринт, тру-тру-тру-тру-тру-тру. Это очень крутая игра. Без нее никто не играет. Только в экранчике идти начало. Никто с ним не играет. А потом все ставят. Как они были ставят? На самом деле, я сам не знаю. Ого, 55 крыльев. А может не за... О, шиноби. Ну я его быстро солью, поэтому... Я думаю, на серию это сильно не повлияет, если... Чуть-чуть... О, больше сниму. Конечно же. Какой-нибудь фиговый трейд по-любому должен быть. Что-то все точно должно испортить. Ладно, я купил двойной прыжок. И все, теперь вообще. А может я и затащу жестко вообще? Да, все будет вскрыть. О нет, он сгорит на тебя. Псих какой-то. Ух ты, блин. Вот это блин. Нет.
Вот, вот в этом и помогает. Да, не прошу вас сидеть. Вот видите, я могу удары всех уничтожить. Хочу закончить. И на этом я говорю вам, не судите строго, что потому что я первый раз снимаю видео один. Я не захотел, я думал, либо Майнкрафт, либо Рок-Робби. Но мне кажется, Майнкрафт немного поднадоел, поэтому я захотела Рок Легаси снять. И на этом я говорю вам. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это очень важно. Потому что я смотрю на видео, когда мы играем в Майнкрафт, просмотров очень много, до 50 доходит в первом ролике. А комментарии ни одного. И оценок почти нету. Так что, пожалуйста, пишите комментарий, продолжать нам вообще или нет. Или если не хотите, чтобы я снимал с друзьями, я могу снимать один. Как бы почаще. Я как бы все равно буду играть с друзьями, но буду снимать один почаще. Ну, либо, как вы уже поняли, вот, с друзьями. В общем, пишите, пожалуйста, комментарии.
Рекомендуйте игры, в какие можно поиграть. Так что, вот так вот. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, если вы посмотрели все видео, конечно. Но вряд ли это будет. Ну, в общем, на этом я заканчиваю. И говорю, если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока-пока-пока.